Уважаемые телезрители, утром 6 июля в нашем городском округе произошло аварийное отключение света по улице Карла Маркса. Ситуацию прокомментировал начальник ДРСК города Находки Сергей Сметанин в нашей постоянной рубрике «Телеэксперт». Сегодня у нас произошло аварийное отключение ТП-82073 по улице Карла Маркса. В данный момент у нас жители остаются без света. Причина аварии — произошло протекание воды в связи с ухудшением погодных условий. Как ни жалко, крыша у нас в данный момент прохудилась. Она запланирована на капитальный ремонт этого года. Ее должны были делать, но немного не успели по срокам. Вот. Она должна была запланирована быть на сентябрь, но, как ни жалко, произошло это сейчас. В данный момент работы производим по восстановлению, возобновлению электричества. Сейчас, в данный момент, в час дня к нам выехал дизель-генератор для запитки потребителей. Так что в скором времени будем подавать электричество по домам для жителей и для нашего спокойного работы дальше. В данный момент именно по десятке, почему мы не можем сейчас запитать, это не дизель-генератора, а по нормальной схеме от наших систем. По простой причине то, что в данный момент напитались опорные изоляторы по системе шин, по первой, по второй. Сейчас мы их снимаем, просушиваем, выставляем обратно. Это занимает процесс какое-то время. Ориентировочно это после обеда часов 16, да? Ориентировочное время включения 16 часов плюс 2 часа, думаю, максимум.